Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то состоится традиционный для этого дня вебинар «Правильный понедельник». Тему этого вебинара я предлагаю определить вам в нашем телеграм-канале. Мы проведем голосование. Я предложу несколько топиков, тоже они будут касаться совершенно разных финансовых инструментов. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, эта неделя, вкратце можно пробежаться по ключевым событиям. Во-первых, эта неделя заседаний мировых центральных банков. Буквально завтра ждем заседания Банка Японии. Мы с прошлой недели особо внимательно следим за парой доллар-японская иена. Уже, наверное, как и многие, усомнились в том, что Банк Японии может пойти на ужесточение национальной денежно-кредитной политики в этом году, что, собственно, и стало причиной значительного ралли доллара против японской валюты и значительной слабости японской иены. Я полагаю, что эта тенденция, скорее всего, сохранится, если в ходе завтрашней пресс-конференции руководства Банка Японии мы действительно получим сигналы того, что все зависит от инфляции. Если инфляция будет расти, то Банк Японии скорректирует политику. Если инфляция будет и дальше демонстрировать признаки ослабления, то тогда решение по смене вектора монетарного курса будет отложено на более поздний период. В общем, за Банком Японии, за заседанием будем следить. В среду, друзья, состоится заседание Банка Канады. Тоже канадский доллар в фокусе нашего внимания. Мы поставили на укрепление американского конкурента против канадского доллара на основании данных по инфляции, которые вышли на прошлой неделе из Канады, где явно было зафиксировано снижение, поэтому мы предположили то, что Банк Канады может соперничать даже в каком-то плане с Федрезервом по срокам первого решения, которое будет касаться уже смягчения национальной монетарной политики. Поэтому я в канадский доллар особо-то и не верю сейчас, тем более, что мы видим, и рынок нефти не оказывает поддержку этому инструменту, потому что Brent и WTI, может быть, где-то демонстрируют признаки восстановления. Однако, когда неделя завершается, все равно котировки откатывают к началу недели, к уровням, и видно прям вот эта консолидация в ближайшие дни. Я надеюсь, что в ближайшие дни может завершиться выходом цен к новым локальным минимумам. Также в среду состоится публикация данных по активности производственного сектора Англии. Также будет композитный индекс, который объединяет и производство, и сферу услуг. Ну и, разумеется, отчет отдельно по сфере услуг. Если посмотрите по прогнозам, нас ожидают очень хорошие показатели. И было бы неплохо увидеть действительно реализацию этих ожиданий по сильной статистике, потому что хочется уже давно наблюдать за парой фунт-доллар поближе к планке 1.30. Но фунт сопротивляется, мы видим даже активность продавцов, которая периодически проявляется на фоне роста американского доллара, все равно покупатели перехватывают инициативу, как это было на прошлой неделе, что позволило в данном случае, в разрезе прошлой недели, вернуть пару фунт-доллара выше отметки 1.27. Далее по хронологии событий. В четверг заседание Европейского центрального банка по ставке будет тоже интересно, учитывая, что на прошлой неделе на форуме в Давосе Кристин Лагард ясно дала понять, что ставки в ближайшее время не будут повышены. Я думаю, что это правильная риторика, учитывая продолжающийся рост инфляции в еврозоне. И, соответственно, никаких изменений по ставке мы не ожидаем, но на пресс-конференции Лагард может снова сделать на это акцент, что потенциально способно оказать поддержку паре евро-доллар и отправить этот дуэт активов снова к сопротивлению 1.10. И в пятницу еще, кстати, да, чуть было не забыл, в четверг, помимо заседания Европейского центрального банка, будут еще данные из США. Это заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице и отчет по ВВП США. Очень важный блок макроэкономических отчетов, и полагаю, что до выхода как раз этих релизов мы вряд ли увидим какую-то интересную динамику по доллару. Поэтому в ближайшие торговые сессии с большой долей вероятности будем наблюдать за
Консолидация в узком диапазоне индекса доллара 102.70, 103.20. Ну, вряд ли мы уйдем выше. А вот в четверг и в пятницу, когда будет поступать уже на рынок макроэкономическая статистика, уточняющая для перспектив изменения монетарной политики, вот движения будут более интересные. Ну и вкратце по основным активам. Индекс доллара 102.96 на фоне комментариев у Воллера, Бостика, на фоне выхода сильных данных с прошлой недели. Да, доллар получил поддержку, мы это отметили в конце прошлой недели. И самое интересное то, что в пятницу, после того, как вышел еще и мичиганский индекс потребительского доверия, крайне сильный отчет, удивительно, прям 78,8, показатель рос 69,7. Вероятность снижения ключевой процентной ставки по итогу мартовского заседания уже оказалась ниже 50 и сейчас составляет 46,2. Да, в таких условиях пока что рано говорить о том, что доллар может перейти к дальнейшему снижению. В общем, будем держать руку на пульсе в отношении американской валюты. А как только появятся интересные фундаментальные возможности, либо мы осознаем через анализ сантимента, что пришло время снова действовать, тогда, собственно, дам рекомендацию. По золоту тоже пока вне рынка, 2025 долларов за тройскую унцию, сантимент 50 на 50. Доллар, здесь легкие сомнения в том, как поведет себя этот инструмент в ближайшей торговой сессии. И с одной стороны хочется купить золото из-за геополитики, с другой стороны я понимаю, что золото не дадут расти высокие показатели доходности американских облигаций. И крайне слабые цифры по американскому отчету от комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, поскольку институционалы продолжают сокращать длинные сделки. То есть на прошлой неделе количество контрактов просело с 188,6 тысяч до 179. И да, когда фон такой неоднозначный, есть и аргументы за, а в пользу роста есть и аргументы против роста, я бы рекомендовал пока что по золоту не открывать позиции. По евро 1.09, как уже отметил, есть высокая вероятность движения к планке 1.10. Нужно услышать определенные тезисы от Лагард и намек на то, что ставка будет повышена в лучшем случае, точнее снижена, в конце этого года. Американский фондовый рынок, мои поздравления, друзья, новый максимум 4880 пунктов по S&P. Наша цель 4900, и в зависимости от того, как быстро мы преодолеем этот уровень, еще с учетом продолжающегося сезона квартальных отчетов, качественных показателей рыночного сантимента, я думаю, что мы можем приблизиться к 5000 раньше, чем могло показаться на первый взгляд. Поэтому держим длинные позиции. Доллар-иена. Есть вероятность дальнейшего восходящего движения. Завтра заседание Банка Японии. Если Банк Японии будет придерживаться прежней мягкой риторики, то тогда рост пары точно продолжится. Британская валюта. Ждем на этой неделе поближе к уровню 1.28-1.2850. Доллар-канадец, как уже отметил, здесь больше ожиданий роста именно американского доллара против канадского конкурента. Очень многое будет зависеть от риторики Банка Канады в эту среду, но полагаю то, что из-за снижения инфляции, которая была зафиксирована в прошлом месяце с 2,8 до 2,6%, эта риторика будет крайне мягкой. И без поддержки нефти тоже, как было уже отмечено, есть вероятность движения пары к отметке 1.36 и потенциально повыше. И рынок нефти без изменений, я все еще жду тестирования поддержки 75 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!